действиям правоохранительным органам по раскрытию этого убийства, резонанса. Да, ну все знают события, которое произошло 8 мая у ТЦ «Гринхаус». Действительно, это вопиющий случай. Но я хотел бы отметить, что в течение 5 лет у нас на территории города нет ни одного нераскрытого убийства. Поэтому и это убийство нераскрытым не останется. То, что проводятся следственно-оперативные действия, и то, что на следующий день не было раскрыто данное преступление, это не значит, что не будет результата. Дело в том, что в этом плане правоохранительные органы и, в первую очередь, оперативные службы МВД и Следственный комитет работают достаточно активно. Я уверен, что это преступление будет раскрыто с учетом того, что ведется следствие. Я не могу вам сказать ни о версиях, ни о предполагаемых лицах совершивших, но уверяю, что это преступление, как я уже подчеркнул, как и все другие, которые были совершены на территории города Балаково в течение 5 лет, они раскрыты, и это будет раскрыто тоже.